Ну вот и все. Ну пока нет. Ну не пока нет. Ну послушай меня, Александр. Ну ты не знаю. Я уже дома, но иди, дорогой. Пока ты больше не разоришь у нас. Ты не знаешь. Но Александр, мы больше не дома. Ты же любишь со мной гониться. Олег, мы им прощаемся. Ты же сама говорила. Мы не знаешь. Это, ну иди травой. Ну, Александр! Но. Все. Мы прощаемся. Ну послушай. Меня измениться. Александр. Моя трава, Олег, нельзя. Что ты делаешь? Совсем. Вы все такие. Еще раз хулиганишь, ты будешь наказан. Любой Олег не скажешь. Приятно. Иногда я всегда помнил, какая-то польза. Бум-бум, Соломон, Фонсе, то сильто пляй, Ампер, то сали, жесть. Александр французский говорит. Жест. И чего ты пишешь? Нам. Чайзен, Изуализин, Чайзен, Шамен, Чайзен. Это уже не настоящие. Это говорит французские. Изуализин. Ку-ку. А? И... Сама сиди внизу, Олег! Чтобы я тебя не видел и не слышал! Моя трава! От лица полиции официальной вы в космосе. Мы будем важнее, неважно. Мы с Олегом друзья! Вы обвиняете меня в том, что я вдружу тебе с Олегом!
имеющееся дело у меня дело. По правилам, что закон. Да мы, Денис, соберемся, а? Мы не боятся мышей. Не мышей. Ты же забыл камень? Тихо, Олег! Вы тут отменяй моё! Он не тогда! Никто не смеет ваших друзей! Ваше дело — укрывательство! Надо тебя! Ты меня сюда притащила! Кто меня пока тут? Послушай, Олег! Никто не смеет подгадать со мне её, нашей молодой человек! Особенно не... Господин президент, вы меня дурачество скакаете! Особенно Олег! Что же вы делаете? Она тебя спасла. Ты прав, Александр. Правда, Олег. Я могу тебе помогать, будем. А то пошел вон отсюда. Тринь. Это я был дворником, будет хорошо. Я сюда не поедем, сюда идем. Ваши листья. Это будет помогать мне. Счастливо.